Переносится нога, потом мы от опорной ноги переносим вес корпуса, готовим руку на преп, да, вот такую. Далее переносим вес напрямую колено, да. От локтя ведем и делаем базовое окончание, руку открываем не в сторону, как мы привыкли, да, и жестко, а от локтя, потом кисть отстает, пальцы отстают и потом только завершается. Вот это тоже, ты говорил, открыться. Да. Да. Как раз будет очень красиво от локтя, потом кисть, потом пальцы и все, хорошо. Сделали вот это базовое окончание. И еще кусочек. От локтя 3-4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Или как обычно, когда вот так жестко. Либо как красиво, от локтя с препом раскрываемся. И уже пластика будет хотя бы не в теле, но в руке будет уже своя пластика красивая. Уже будет смотреться симпатичнее, чтобы никто там ничего не говорил. Далее. Про волну, когда мы можем танцевать с девочкой, делаем через верх и спокойно дожидаемся и доводим ее до опорной ноги задней. То есть не ведем сразу. Максимально даем ей время дозаполнять сюда. Я бы еще продолжил далее сделать вот эту работу, и как раз общая волна, она выходит естественным образом у партнерши, а партнер немножко заполняет, и будет очень красиво. Далее, ваша фигура, когда мы разворачиваем партнершу, еще разворачиваем партнершу, да, и через вверх, потом вниз, потом поддержка, локоть не сгибается, да, вот любой импульс, который партнер сюда дает, он должен отражаться именно в лопаточку, а не в локоть. И на зрителя голова. На зрителя, да, вот так будет гораздо симпатичнее смотреться. Еще разочек мы можем пройти вот эту штуку. И от ноги выталкиваемся. Да. Далее мы поворачиваем партнершу. Да, чуть раньше немножко готовим, потому что пошел резко, чтобы вот так. Через низ. На зрителя. Да, вот так симпатичнее. И можно второй раз пройти. Нет, голова первая идет. Первая. Да, и вот она волна, хорошо. Далее мы меняем снова. Меняли. И через верх. У-у-у. На зрителя красиво. И еще раз. А то, что ты показывал, что... Подождите, все красиво, это самое, ты пластик показываешь волной, но ты сам начинаешь волну. Ну да, я, например, из американки. Сделали американку, и далее мы ведем опять практически сразу вниз замочек. Партнерша понимает, что сейчас правой ногой она двигается вперед. Обязательно голова уже опускается вниз подбородком, чтобы потом голова начала делать волну. Вот Саша вот это любит, да, да, да. Поэтому голова вниз, а уже потом голова наверх. Так, еще разочек. Сделали базовое окончание назад. 3-4, выходим вперед правой ногой. Голову первую. Да. 3-4. Вот, достаточно. Какое слово? Пластичное. Пластичное действие, да. Я как партнер могу помочь партнерше и голову первую. 3-4, голова первая. А могу как партнер сделать только руками и остаться ровным. Отлично. И вот это вращение за талию круговое. О. Крестные руки. Раз, два, три, четыре. Закручиваем партнер. Сейчас уже. 3-4. Я опускаю, закручиваюсь. Сейчас мы сделаем хореографию и тоже окажемся. Здесь под меня. Да, у нас тоже взаимодействие.
обязательно опора в пятках должна быть. Да, не надо никакого пальца, потому что да, не в полный баланс. Дальше он, например, ведет вас вперед, у вас по-любому должна быть правая нога, любая нога впереди, которая будет принимать этот вес. Да.